Родительская общественность возмущена и готова выйти на митинг против чиновника администрации Олега Дашина. В 9-й спортивной школе прошло масштабное собрание недовольных деятельностью начальника комитета по физической культуре и спорту. Родители, тренеры и ветераны спорта считают, что деятельность чиновника негативно сказывается на работе спортивной школы и секций. Против объединились представители разных видов – батутного спорта, карате, гимнастики. Дашина обвиняют в предвзятом отношении и подозревают в финансовых махинациях. Митинг согласованной администрации состоится 30 ноября в 13:00 на площади Революции. На общем собрании родители предоставили аудиоматериал с запретом со стороны чиновников мэрии, митинга и угрозами в адрес тренеров. Озвучено это было следующим образом. То есть, если мы все выходим на митинг, то руководство данного спорткомплекса и тренера в целом будут освобождены от своих должностей, и на их место будут назначены другие люди. Если мы на митинг не выходим, то батут остается батутом, татами остается татами, вот этот хрупкий мир обещают нам оставить. Конечно, если не хотелось бы, так скажем, дальше обострять эту ситуацию, да, но если вы примете решение, конечно, идти на митинг, да, тогда будет принято решение, чтобы, так скажем, в 9-й школе поменять руководство, и тренерский состав.